Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и добро пожаловать в регион 18, Farming Simulator 17. В прошлой серии, друзья, мы с вами забили первую яму силосом и продали его. И теперь у нас более-менее положительный баланс. Но за кадром между сериями я решил упороться, и в итоге получилось вот то, что вы видите. На это ушло уйма времени, просто капец сколько времени. И чтобы это все продать, уйдет еще больше. Тут немножко забаговалась у нас травка около стенок. Но ничего страшного, это все потом решится. И у нас 4 практически полных ямы сейчас здесь забито. В пятой у нас, знаете, то, что повываливалось, наверное, из первых 4. Я решил все сгрузить сюда, и все будет хорошо. Я их вот только что накрыл. Хотя вторая вот уже 62% у нее ферментация. Или не вторая, третья. Да, у третьей 62%. В каждой яме примерно по 1,5 миллиона силоса, то есть итого примерно 6 миллионов литров силоса находится сейчас на БГА. И теоретически, если его продать, то вот сейчас ценник очень маленький, но возьмем по 350 в среднем, то около 2 миллионов мы за это получим и, что называется, заживем. Но сегодня у нас планы не продать все это дело, потому что, скорее всего, не созреет за эту серию весь этот силос. Сегодня у нас по планам все то же самое, 11 поле, все тот же силос, только другим способом мы будем его делать. А именно, мы, как обычно, скосим всю эту травку, заволкуем, а потом купим вот такой замечательный тюковщик за 135 тысяч и затюкуем всю эту траву сразу же в силос. Хотя, с другой стороны, я думаю, что это последний раз, когда я этим упарываюсь, потому что это капец как много времени занимает, поэтому, возможно, мы его возьмем в аренду. Я еще не решил. А также купим мы вот такую вот замечательную платформу за 30 тысяч евро и к ней, разумеется, тягач. И вывезем весь этот силос на БГА. Сразу же его продадим, получим некоторую сумму денег. Немного обновим технику. И опять займемся полями и всякими посевными культурами. А также сегодня мы с вами уже выйдем в производство чего-нибудь. Раз у нас будет такая платформа, то почему бы и нет. Но для начала все это дело нужно скосить. А, и у нас есть еще одна проблема. У нас в тракторах нет топлива, и в нашей этой оранжевой бочке тоже нет топлива. Поэтому сперва мы его восстановим. Вот про эту оранжевую бочку я говорю. Я ее отогнал сюда подальше, потому что в ней ничего не было. А трактора все равно останавливались и ждали, пока заправятся. Берем нашу Вальтру и едем, собственно, за топливом и заправимся. Заправим сам трактор там заодно. Пока у нас заправляется наша Вальтра и наша бочка с прицепом, мы возьмем Фента и выставим его на начало маршрута. Я, кстати, решил цеплять сразу две косилки и сзади валковую жатку. Он там под горку, конечно, вообще не едет со всем этим грузом. Да и просто так с косилками он ехать особо не хочет. Они очень сильно его перевешивают. Но в любом случае, все это происходит немного быстрее, чем если все это делать по отдельности. Аккуратненько, тихонечко мы все это делаем. И как обычно, друзья, выставляем маршрут, точнее генерируем его. 11 поле, ставим 8,3 метра как ширину нашей газонокосилки. В общем-то, стандартные настройки. Выставляем поближе к стартовой точке, чтобы он смог туда нормально попасть. И нажимаем «Стартовать со стартовой точки». Да, у него мало уровень топлива, но мы будем ехать обратно на оранжевой Вальтре. Мы заедем к этому трактору и, соответственно, заправим его. Тем временем у нас все это дело заправилось, и поэтому мы стартуем, отвозим все это дело на базу.
Итого, друзья, первую часть плана мы выполнили. И знаете, друзья, я тут подумал, что все-таки, друзья, мы купим упаковщика фольги, поставим ему зеленый цвет, я не знаю зачем. Тратим 135 тысяч и покупаем. И сразу сбрасываем на базу, едем все это добро цепляем и везем на поле сразу же пускать в работу. Копируем нашему оранжевому другу маршрут Фента, ставим, как обычно, разные полевые работы и со стартовой точки запускаем все это дело. Ой, друзья, и чует мое сердце, что здесь очень дохрена будет тюков, и я просто капец как заколебаюсь их возить, если выразиться не очень грубо. Ладно, пусть все это дело работает, а мы тем временем покупаем себе прицеп, и если хватит денег на ман, то мы покупаем ман, если не хватит денег на ман, то покупаем татру. Хотя в любом случае у нас будет и тот тягач потом. Нам нужен именно вот такой вот Flatbed B трейлер. Поставим ему, да не будем мы ставить заднее крепление. Цвет, как обычно, мой любимый оранжевый, широкие шины. Цвет обода тоже пускай будет оранжевый. Дизайн пускай будет Stock Parts, и ставим UAL Flatbed, это сделано для автопогрузки. 36 600 мы это дело покупаем. И у нас остается тютелька в тютельку на ман. Только вот боюсь за перекраску, нас сдерут деньги, мы, значит, пока не будем его красить, потому что у нас есть автомастерская, мы заработаем денег и тогда его покрасим. У нас остается 160 евро, охренеть. Вот это я, конечно, тютелька в тютельку угадал. Ну и, собственно, вот такую вот хреновинку мы с вами имеем. И поехали собирать первые тюки. А эти сволочи, кстати, еще имеют свойство укатываться. Ну и что, друзья, значит, чтобы забить один такой прицеп тюками, у нас ушло примерно чуть меньше полного оборота вокруг поля. Мы, собственно, сразу же поедем все это дело продавать. Короче, проще вручную все это дело сюда распихать. Чем хорошо продавать тюки, так это тем, что силос не забивается. Вот этот бункер, он рассчитан на 50 тысяч, но все равно он всегда принимает силос. Бля, перекинул. А вот куда он отлетел, а вот хрен его знает. Как правило, они далеко улетают. Примерно в стратосферу. Собственно, 35 тысяч мы имеем за один прицеп. А, это он? Если это он, то это прекрасно. 35 тысяч мы получили за один прицеп. У нас прицепов 10 будет точно, если не меньше. Так что доход, в принципе, не такой уж и плохой.
А пока у нас есть свободная минутка, мы съездим, отвезем наш ман на автомастерскую и покрасим его в оранжевый цвет. То, на что нам не хватило денег, да, я немножко помешан на этом деле, но уж простите. Ну и вполне же себе он хорошо стал выглядеть. Что ж, друзья, пока что у нас все это дело волкуется. Как я уже говорил, мы сегодня выйдем в производство. И первое, что мы сделаем, мы займемся мельницей. Для начала мы можем выйти в производство пшеничной муки и ячменной муки. Они требуют для себя исключительно пшеницу и ячмень соответственно. Поэтому давайте отвезем немного пшенички и немного ячменя на все это дело. Для этого берем нашего малыша Сейм Фортиса и вот этот замечательный прицеп, который на 21 тысячу литров. Сразу же начнем записывать маршрут для всего этого дела. Нажимаем запись маршрута и ждем, пока заполнится, и едем на мельницу. Вы, друзья, здесь почему-то у меня не работает тема с тем, чтобы проехать через все три триггера, и, соответственно, он все нужное выгружал в нужный триггер, поэтому нам придется делать три маршрута для каждой муки отдельно, но пшеничную мы высыпаем вот здесь. Устанавливаем этот маршрут и сохраняем его под названием «База, мука, пшеница». Соответственно, этот же маршрут сбрасываем, подъезжаем к точке загрузки и начинаем писать маршрут для ячменя. Загружаем сюда ячмень и нажимаем на кнопочку «Запись маршрута». Соответственно, едем на мельницу и выгружаем там ячмень. И, соответственно, прерываем маршрут и обзываем его точно так же, как и прошлый. База, мука, ячмень. Выбираем транспортировка и продажа. Выбираем ячмень и запускаем по маршруту. Пускай даже со следующей ближайшей точки он все равно сейчас наполнится. И единственное, что отвезти нам нужно всего лишь 3 прицепа. Все, закончит он работу и, соответственно, мы переставим его на пшеницу.
тем временем еще один кружок навернул наш тюковщик, поэтому имеет смысл взять мана и собрать все тюки, что он натюковал, и отвезти их на БГА. Тем временем я тут перехватил нашего Сейм Фортиса и вижу, что он везет обратно ячмень. И мне это не нравится. Мы, значит, прервем маршрут и загрузим в него сейчас пшеницу. Попробуем отправить его по маршруту пшеницы и посмотрим, сработает это дело или нет. Но я помню, у меня баговалось все время эта самая мельница. И как-то прям невозможно было туда на автомате все это дело возить. Ладно, мы его будем отслеживать с помощью мода Glance. Я имею в виду то, что в левом верхнем углу у нас находится. Тем временем мы дособираем тюки и пойдем эти три прицепа сразу продадим. Даже не знаю, каким способом лучше все это дело сделать. Можно, в принципе, взять и вот так вот это все дело опрокинуть. И что-то оно как-то даже и не опрокинулось. Тем временем я вижу, что высыпал у нас 19% пшеницы наш Фортис, и у него там топливо закончилось. Почему он, зараза, не все высыпал? Ладно, я дам ему еще один шанс. Сейчас он, скорее всего, остановится и будет заправляться. Да, ну, все это дело работает, аж приятно. А мы пока допродаем все это дело. Ну что, и все вроде, да? Три прицепа, еще соточка. Тем временем вот этот наш друг точно так же высыпал, только маленькую чуточку. Ладно, пусть ездит. Да какое пусть ездит, все. Мы его снимаем, отвезем потом сами. А тем временем поедем дальше собирать тюки. Их там уже, наверное, много сделалось. Что ж, снимаем пока мы этого друга с маршрута, потом разберемся мы с этой пшеницей и с этим ячменем. Сейчас, правда, немножко не до этого. Мне кажется, проще потом будет купить прицеп для мана на 50 на 60 тысяч литров. И, соответственно, вручную на мане по одному прицепу туда отвезти, и все, никаких проблем. Ну, друзья, пока все это дело тюкуется, мы продали еще один прицеп тюков, еще 35 тысяч мы получили, и давайте заниматься продолжением обновления нашей техники. В частности, сегодня я планировал заменить вот эти вот две сеялки
на две вот таких вот Rapid A600S, которые длиной 6 метров и также не требуют предварительной обработки в виде культивирования. Жалко, она без удобрялки, конечно, но да ладно. Поэтому сейчас мы берем нашего малыша Same Fortis, отвозим эти две сеялки в магазин, а с магазина, соответственно, забираем две новых. Мы еще поступим как настоящие евреи, высыпем эти 169 литров семян и потом загрузим их в другую сеялку, дабы не платить деньги, хотя там сущие копейки, я не знаю, зачем я это сделал. Такой вот я экономный. Друзья, соответственно, мы их через магазин и продаем сразу же две штуки. По 6 тысяч они нам принесли, хотя новые стоили по 8. Не так уж и много мы на них потеряли. Просто трактора наши уже оцениваются вот в 20-25 тысяч максимум. Ну и покупаем сеялку, которую я хотел. Вот это Rapid A600S. Пока что одну. Я думаю, нам пока хватит одной. Да и так как я лентяй, сбрасываем все это дело на базу сразу. А тем временем иногда так случается, что трактор наезжает на тюки. Поэтому я их, кстати, и собирал сразу же, а не просто пустил в работу и собрать все потом. Но ничего, это дело можно, в принципе, поправить. И загружаем в эту сеялку семена, которые у нас были. Вот эти 169 литров я почему-то из одной выгрузил, из одной нет. Я какой-то непонятный. Да и, в принципе, сразу же можно или нельзя. Можно. Все в порядке. Все у нас заправляется. Заправляем сеялку, 3000 литров мы в нее заправляем. Соответственно, этого вроде как даже хватит на все поле. Но об этом мы узнаем чуть-чуть попозже. Ставим ее в гараж. Ну и едем мы собирать очередную партию тюков. Итак, друзья, у нас уже практически завершилось тюкование этой самой травы. Тут не так много осталось, в общем-то, большую часть уже все сделали. И сегодня в этой серии мы еще засеем это поле бобами. Но перед тем, как его вспахать, давайте его немножко удобрим. У нас одна стадия удобрения уже есть. У травы она, по-моему, всегда есть. Берем нашего малыша Same Fortis и, соответственно, выезжаем на поле для того, чтобы составить ему маршрут и запустить работать. Генерируем маршрут абсолютно такой же, как обычно мы это делаем, и добавляем к нему поле 11 база для того, чтобы он смог заправить удобрения, как только они у него закончатся. Запускаем его со стартовой точки, и он работает, все у нас будет хорошо. Ну что, друзья, собственно, закончил работу наш тюковщик. Сейчас он выкинет этот последний тюк. Он что-то его не хочет сам выкидывать. Мы это сделаем вместо него. Только вопрос, что это за кнопочка «Цепить, выгрузить». Во, Y. И все, отвозим его на базу и ставим его же на плуг. Пахать мы будем начинать с угла и будем это делать тремя тракторами. Один из них мы докупим чуть попозже. Ставим 11-е поле, расположение старта, бла-бла-бла, все как обычно. Без поворотной полосы и совместная работа орудий 3. И генерируем маршрут, выставляем, чтобы он работал слева, и запускаем со стартовой точки. Пока он будет ехать свою первую полосу, мы возьмем мана и отвезем оставшиеся тюки, которые у нас остались на поле.
на БГА и продадим то, что там лежит у меня осталось, и, соответственно, свежую порцию. Для начала продаем то, что у нас здесь осталось, потом выгрузим уже с мана последнее и, соответственно, продадим то. Блин, я провалился в эту самую, в яму, но, благо, из нее нормально выбрался. И теперь, соответственно, подгоняем ман поближе. Постараемся сделать так, чтобы нам не пришлось оттуда вылазить. Хотя все равно придется, ну да ладно. По максимуму все равно надо загрузить как-то так. И все. И 328 тысяч у нас на балансе, а вообще 381 тысячу нам сегодня эти тюки принесли. А это 389 тюков, и 11 раз мы съездили, соответственно, их отвезли. Тем самым у нас Вальтра уже вторую проходку пошла делать, даже третью. Поэтому мы берем Фента и также ставим его на маршрут по вспашке поля. Ему же мы копируем маршрут от Вальтры и ставим его работать справа. И запускаем со стартовой точки. А пока он там работает, мы отвезем мана на базу. Стоять он, соответственно, будет у нас здесь. Как я уже говорил, мы будем тремя плугами обрабатывать поле, поэтому покупаем третий плуг за 22 тысячи евро и покупаем к нему тот самый трактор, который я собирался купить в прошлой серии. Точнее, в прошлой серии я говорил, что собираюсь его купить. Ставим помощнее движок и покупаем 241 тысяча. И у нас на балансе остается 64-65, можно сказать, тысяч. И это, кстати, очень даже неплохо. Ну и вполне себе симпатично выглядит этот стейр. Не знаю, как он правильно называется. Террус ЦВТ, в общем-то. Цепляем к нему плуг и везем, ставим на поле работать третьим. Точно такая же история, как и со всеми прошлыми тракторами. Мы просто копируем ему маршрут, например, Фента, ставим его работать по центру со стартовой точки. Да, со стартовой. Где же она здесь? Вот она. Единственное, что я забыл сделать с теми плугами, это плуг за границей поля. Да, давайте мы пройдемся по тракторам и каждому... А, здесь выставлено, а здесь не выставлено. Плуг за границей поля, да. Собственно, все, пускай работают. Единственное, что сейчас кто-то здесь может столкнуться, но на первом проходе это вполне себе нормальное явление. У нас, кстати, закончила работать удобрялка, но мы его пока снимать с маршрута не будем, точнее цеплять, потому что как только удобрится, точнее вспашется поле, мы запустим его еще раз. Ну что, столкнуться? Нет. Не столкнулись. Все, этого товарища мы убираем покурить, прерывать маршрут. Ставим его вот сюда, пускай курит. Сбрасывать маршрут мы не будем, потому что он по нему же потом поедет. Ну и все, ждем, пока поле вспашется, а силос на нашей силосной яме на БГА ферментируется. И приступим к посеву и продаже силоса, соответственно. Потому что в третьей яме уже 79%, хотя я сомневаюсь, что она успеет в этой серии переработаться. Но не суть важно.
И что ж, друзья, закончили работу наши три плуга, поэтому мы телепортируемся в нашу удобрялку и еще раз запускаем ее по маршруту, а трактора с плугами снимаем с маршрута и ставим вместо него сеялку. И все-таки, знаете что, я тут подумал, что, наверное, стоит прикупить вторую сеялку, поэтому мы сейчас будем тут маршрут генерировать и, соответственно, поставим две сеялки по 6 метров. Поворотную полосу мы опять-таки ставить не будем, генерируем маршрут, и первого мы отправляем работать справа со стартовой... А, да, неподходящий, надо же менять все время, я забываю про этот момент. Только ему мешает Вальтра, соответственно, мы Вальтру сразу же убираем, снимаем с маршрута и ставим на базу, покупаем к нему сеялку и запускаем работать в придачу. Так, друг мой, стоп, я ж совсем забыл, тебе, если не хватит семян... Ты сможешь съездить и заправить семена. Этого товарища мы даже не повезем на поле, мы сразу же скопируем ему маршрут от Теруса ЦВТ. Он у нас занимается посевом. Ставим ему левую сторону и с ближайшей точки мы его запускаем. Только у нас опять-таки я забыл поменять. Он сейчас приедет на поле, обнаружит, что у него ни хрена нету, поедет заправиться, и тогда все будет окей. Только знаете, что я забыл сделать? Я забыл поменять семена. И у нас тут уже посеяно пшеница. И да хрен с ним, соберем мы еще один урожай пшеницы. Да, маркеры, кстати, тоже следует убрать. Ставим нет, потому что они будут мешать. Ну и на этом, друзья, я с вами прощаюсь. С вами был Никита Дилей. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, рассказывайте о канале друзьям. Всем всего доброго, пока-пока.